Добрый день, дамы и господа, с вами Артак Амарян, и я приветствую вас в нашей новой рубрике «Топ-состав определенного возраста». В этой рубрике я в каждом выпуске буду собирать команду строго одного возрастного диапазона. В конечном счете вы выберете самый сильный из них. Но в своем же первом выпуске я хочу сломать самое главное правило. Сегодня я соберу состав не строго одного возраста, но тем, кому перевалило уже за 34. Этим ребятам тяжелее всех, и поэтому для них я вот сделаю такую небольшую, но интересную фору. Ну что, погнали! Я долго думал, кого поставить сначала на ворота. Ведь довольно немало крутых вратарей, которые показывают шикарный футбол, даже если им за 34. Я даже думал о Буффоне, ему вообще 45. Но все-таки решил, что моя команда должна бороться за топ-место. А Джиджи, увы, уже давненько не играет в топ-лиге. Поэтому я всерьез его рассматривать не буду, а остановлюсь на трех киперах. Это Ману Нойер, Кейлор Навас, ну и Уго Ларис. Несмотря на то, что я обожаю Наваса и он всем все давно доказал, но все-таки считаю, что по некоторым вратарским характеристикам он уступает своим товарищам по ампула. Да и в плане медийности сильно проигрывает. А у нас же прям топ-топ, поэтому среди оставшихся вариантов, думая о немце или французе, я склоняю чашу весов в пользу Уго. Тут я легко вам объясню почему. Да, медийно Уго проигрывает. Но на чемпионате мира он прошел гораздо дальше. Да и вообще у Нойера сейчас травма. Поэтому Уго железно забирает ворота и ждет выздоровления Ману. С вратарской позиции решили, дальше разберемся с левым флангом защиты. Вариантов было просто очень много. Но действительно сильных и медийных человека только двое. Мы продолжим вечную борьбу этих двух бегунков, которые уже так не бегают в силу возраста. Кстати, им обоим по 34. Итак, Марсело и Альба. Мое мадридское сердце говорит: Артак, бери Марсело, он техничнее, ты его лучше знаешь. Да и вообще он сливочный. Но разум подсказывает, что несмотря на мою любовь к Марсело и Мадриду, мою команду он не потянет. Он уже слишком толстый. Да и после Мадрида прям сильно сдал. В других клубах вообще почти не играет. Поэтому, каталонцы, радуйтесь. Левый фланг будет охранять ваш защитник, играющий все еще на более высоком уровне. Двигаемся к центру защиты. Тут мой мозг вообще сломался. Вариантов ну просто овер много. Причем все крутые. Тут вам и Хюмельс, и Рамос, и Тиаго Сильва, и Бонуччи. Еще и Алдервейд, Сатаменди и Альбиолем кричат: «Эй, а как же мы?» Ну тут я решил включить логику и посмотреть, кто из них больше всего играет матчи и в принципе по минутам. И выяснил, что в мой состав попадают именно те, кого я бы сам взял изначально. Это Рамос и Тиаго Сильва. У первого 2800 минут сыграно в этом сезоне, у второго 2200. У остальных претендентов меньше 2000 минут. Поэтому я рад, что именно эти двое прям выгрызли себе дорогу в основу. Да и в отличие от остальных, они еще и супербомбардиры. Оба забили по 2 гола в своих командах. Нам такие парни точно нужны. Кстати, они прям оба сильно старше остальных. Рамосу 37, Сильве 38. Но, как говорится, вытащим не на возрасте, а на опыте. Двигаемся дальше на правый фланг защиты. Вот тут прям выбор вообще скудный. Дани Алвиша посадили, Карвахаль не проходит по возрасту. Настолько скудный выбор, что даже Смольников с Пашевлюком сюда впишутся. Но футбольные боги меня услышали, я прям откопал нужного человека. Оказывается, что Хесус Навас переквалифицировался в правого защитника. Поэтому пусть бегает у нас справа. Да, он не профильный защитник, но чего нам бояться? У нас на подстраховке две глыбы в лице Сильвы и Рамоса. Ну все, защита дело решено. Двигаемся к полузащите. Я тут подумал, так как моим парням сильно за 30 и скорости у них практически нет, поэтому через фланги играть нет смысла. Мы лучше оснастим центр умными ребятами с хорошим пасом. Я решил, что у нас будет один опорник. Из всех достойных вариантов мой выбор пал на 3 кандидатуры. Бускетс, Вицель и Матич. Тут я долго думать не буду. Включу режим Мауриньо и солью первым делом Матича. Ну потому что не люблю его.
Вицель тоже такой себе вариант. Никогда особо мне не нравился, поэтому выберу Бускетса, которому 34. И как ни странно, у мадридиста до мозга костей в состав уже внедрились 3 каталонца. И всего один сливочный, и то бывший. Но стоило мне возмутиться, как мы добрались до центральной зоны. А тут мне нужен прям мозг всей команды, всей моей атаки. И несомненно, без всяких разговоров я отдам эту позицию Лукити. Модричу хоть и 37, но играет он до сих пор отменно. И никакие конкуренты в лице Феллаини, Ракитича, Маутиньо, Банеги и Гамшика рядом не стоят. Ну а напарником нашего мадридиста будет, как вы думаете, кто? Конечно же, каталонец, пусть и бывший. Я не знаю почему, но я хочу видеть рядом со своим прекрасным Модричем тут именно Фабрегаса. Он, конечно, мега хрустальный, медленный и не такой крутой, каким был раньше. Но я же собираю в центр умных ребят с хорошим пасом, чтобы они не на скорости решали, а на скилле, вырезая просто изумительные конфетки своим нападающим. Поэтому Фабрегас нам подходит. Пусть он и играет сейчас в серии Б, но с такими партнерами и серия Б не страшна. Двигаемся дальше. Мне нужен атакующий полузащитник. Кстати, тут у меня снова появилась дилемма. Ибо хороших вариантов было только 2. Но зато каких. Генрих Мхитарян и Давид Сильва. Я, конечно, обожаю Сильву, он невероятен, но в первую очередь я все-таки армянин. И не могу не поставить состав своего соотечественника. Это, наверное, мой единственный топ, куда бы Генрих точно попал. Ну ладно, я еще в FIFA порой играю за Интер из-за него. Ну а если серьезно, ну мне кажется, ну реально. Гениальность Сильвы неоспорима, но Мхитарян в силу возраста сейчас все равно поинтереснее. Ему 34, Сильве 37. Поэтому, Генрих, добро пожаловать, а Сильва, мы тебя возьмем на банку. Ну что, друзья, готовы? Самое интересное, кто же у меня будет забивать мячи? Я сначала такой думаю, ну просто ведь все. Вы ведь знаете их имена, я, конечно, их и взял. Но, блин, тут такой шикарный выбор, гуляй не хочу. Левандовский, Бензема, Варди, Жиру, Кавани, ну Дюба. Да, он тоже нам подходит по возрасту. Как говорится, сбылась мечта идиота. Наконец-то эти двое будут играть вместе. Во всяком случае у меня Месси и Роналду. Пора вам показать, что я не ошибся, оставив на банке Леву и Карима. Ну и конечно Дюбу, хотя он поборется с вами за место в основе. Вот увидите. А так на самом деле интересно, у меня получилась первая команда. На воротах Ларис 36 лет, слева Альба 34, в центре Рамос и Сильва 37 и 38, справа Хесус Навас 37, в опорке Бускетс один из самых молодых 34, в центре Модрич 37, а рядом Фабрегас 35, чуть выше Мхитарян 34. И в нападении 2 гиганта, Роналду и Месси, 38 и 35. Итак, моим мамонтам всем вместе 395 лет. Кошмар, и на что я рассчитываю? Ну а на средний возраст команды почти 36. А если быть точнее, 35,9. Вот такой вот у меня получился состав, кому за 34. Как он вам? Кого бы вы сюда вообще добавили или убрали? Пишите в комментариях и не забывайте ставить лайк. Ну а я пошел врубать футбольный менеджер и пробовать своих стариков в бою.